уж 3D-ка, пиздец. Чё, Саш, что? Ты на этот раз. Мика нету. Все ответы. Пока может без него убить, в принципе. Не думаю, что у нас этого что надо. Погнали. Как Луну написать, блядь? Нет. Чего? А как она пишется, блядь? Ладно, не важно. Вон, я написал все, что там. Давайте слезьте, забафаемся. Вот вам рыба. Смотри, у кого прыгает. Там все же написано. Прям все. А, не обратил внимания. Там кулаки пускай паладин бафует, может каски мы разбафаем? А, лапку еще. Фласки можете не пить, дальше выпьем. Можно по ДК кулачок, пожалуйста? Сбивайте сзади вот здесь. Потаскаем сейчас по-быстрому пару штук ближайших. Тут что, в комнате нету? Вот сюда. А, вон слева. Что-то здесь мало. Сбивайте. Сядьте еще кто-нибудь. Таскайте. Где мотоцикл? В комнате не сбивайте пока. Только там сзади. До босса. Так что, мне запуливаться на босса или как? Плата. Там можно, кстати, сделать сразу, если кому-то хочется. Там немного осталось вроде. Все. Сейчас поставлю под босса и будем пулять. Кому далеко бежать, на моцик сядете. Так, счастье, секунду. Чего? Слезу. Так, я слез. Буду звезду. Так, где мы, как? Сейчас заряжусь, но это восстановлю. Те, кто летят первые, зарядили?
Да. Что, блядь? Пассажиры, можете спить. Сразу скоро же. Давай, что мы запрыгнем. Заезжайте. Кидаем. Бля. Кстати, можешь? Вставай, вставай, быстрей. Я перелетел. Не понял. Короче, Цеметри перелетел. Короче, это вайп, да, это понял? Мимик, можешь зарядиться? Там стать упали. Чё? Я заряжусь. А, так мы так убьём. А я его пока дальними атаками босса побью. Где вторая осадка? Замур... А. Блин. Бля, не пуляй пассажира. Из-за вот этого. Да тикает в глыбе. Выжил. Вот эту пушку не бейте. А то в бою будете. А, метатель. У вас лут показался? Да. Да. У меня нет. Странно, короче. Трение выпало меч и метательное. Ну и цепь. Главное бой не ловить от пушки. Можно резать, пожалуйста. Пожалуйста. Быстрее добежать уже будет, а встанется. Да, встанет, блять, резните, пожалуйста. В бою, наверное, люди. Все умерли, никто резать не может. Я не... Там надо... Не, быстро, добежите быстрее. Будет. Чем масс рез тут растет. Латэ, чё на тебе будет? Пушку бил? Яльтов, чего? Пушку бил, что ли? Ну да. Я наверху... А если я кому-нибудь взлетелся? Рок, тебе метательное не надо? А, ну хорошо. Мне показывает, что лут еще есть. Все. Идите, напишите в чат, если кому-то острокрылый надо. Идемте сразу на робота, в принципе. Может, танку только триня нужна с этого скидывать. А, мне надо на сову глаз про матери или триню. Все, погнали. На сову вон, только еще две ачивки надо. Можем, в принципе, потом пожарить дворфов. А, ну давайте, если нужна тыня, тогда что тут пропускать-то? Понятно, где? Возле робота. Культяпки двигай. Рец у меня есть. У меня на маге 3 рецепта, если кому-то что-то нужно.
Вот вам рыба. А дай... А, у меня есть. Я тоже лут не видел. У меня не выскочился лут. Линканиш, что-то и роу пишите. Там еще распылил народ много чего, может быть, на распылу что? Так, каску сейчас я кину. Кто зарец был? Что-то дух крит. Пояс, что ли, или тапки. Ткани. Ну кто рез забрал? Линкуйте его. Чего вы ждете? Там нету уже лута. Тапки с критом. Жена, там нет ничего. Да ты шо? Фанатари. Он продается, нет? Я хочу его выбрать. Пока можем уже. Не знаю, даже. Его в паладину отдал. Ждите, сейчас же. Фоми, ты подняга есть? 450. Сейчас будем дворфа вжарить. Там нужно будет, смотрите, здесь есть, будут зеленые мобы, вот где-то вот на вот этой первой плитке наличные стоят мобы зеленые, наши дружелюбные. К ним не нужно подводить этих мобов, которые будем жарить. Только когда вот она спускается на минуту, остается 15 секунд, она дышит на 15 секунде. Нужно будет примерно в это время подвести этих мобов, чтобы она сразу убила дыханием. Там где-то по 20 тысяч дыхания. И все. То есть там, до этого времени, мы вот здесь вот катить их кто-нибудь будет вокруг тотема замедления. И только все. Больших будем бить? Там я скажу, каких надо ставить. Где это ачива? Стражка жесть. Стражи. Стражи не бейте. Фокусно убейте. Дозорные вот эти. А, не, стоп, 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 не бейте. Сейчас почитаю. Где это? Стражи, нужно оставлять только стражи. Они не восприимчивы к контролю. Сколько их надо? 25. Нихера себе. Можно их по несколько. Так а чё их бьют дальше, продолжают? Не бейте стражи. Потому что дыхание 20 тысяч, а не 100 тысяч. Фокусно убивать мобов. Смотрите осторожно, рядом с вами стоят мобы, которые их будут бить. А, там уже они бьют. Понял. Ну сейчас спущу. Тогда, что ждать-то? Может и сильно не бить мобов. Часового подвести, пусть на него загорится. Не убивайте моба.
Спасибо, убили мобов, которых нам нужно делать. Итого 0 из 25. Поздравляю. Стражи. Не считаю, такая правильно говорит, какие дворфы. У нас так мы на час позже начали. Уже когда все вовремя, думаю, соберемся или чисто поочьем, когда пойдем, тогда уже можно думать что-то. Только если это оставить напоследок. Типа, мне это отчего не важно. Мне тоже не горит. Если ради одного человека, я думаю, ну, можно и убивать. В принципе, потом один день соберемся все вместе и пойдем по всем отчивам. Она все. Для чего, по сути? Вот хотите... Маунта полутать. Хотите порофлить? Вот этого маунта люди получают, и что делают на РТ? Сидят в ебаном Долоране, блять. Вот хотите порофлить просто. Ну ты потом налетаешь 310 на всех маунтах. Да, я видел, как летают на РТ. РТ собираются, 25 человек, 24 в инсте, нахуй, а один нахуй в Долоране сидит с 310 маунтом, дрочит, блять. А ты в каком? В четвертом, кстати? Да не. Ну таких дохуя, как бы. Это в какой гильдии? Да, блять, почти везде такие есть. И есть. Я не помню. И если, знаешь, если типа кто-то что-то фармит там 310. Давайте. Гера будем давать. Хотя не, лучше не давать. Не надо. На эксте стоя. Главное, после 50% перед лицом сейчас не стоять. Теперь идем. Че, не успели? Пеем. Да, ну ладно. Уйдите с лица. Не повезло. Хер вам, а не триня, блядь. Как и мне тоже не падает, ни хера. Если кому-то нужен Игнис, напишите в чате. Айда. Нужен, нужен. Чего, никому не надо в чате? Никто не писал. Что не надо? Ладно, пошлите дальше. Мы сейчас убьем XT сразу на этого, пойдем Алгалона. Собрание, потом Алгалон. Под мобов всех. Ага. Это ХМ типа новый? Нет, это просто мобы в сторону босса повели близко себе. Давайте попробуем добить хотя бы мобов. Вместе сведите мобов. А то не чарджится. Че, ложимся? Да, можем давай. Дальше идти мобов вон. Давайте да, дальше. Да, можем. Можем.
Ну, если купола не гриппать, как бы, можем ложиться так. Просто их в сторону босса нельзя вести, они там на половине комнаты агрят босса. Их надо сюда к воротам вести. Ну давай. Да чё за... Больно так-то. Ага. Ну нахуй. Надо что-то делать. Ну чё, ребята. Есть и станы другие, и ДКшник. У меня грипп на КД был. Так когда не надо, если эти на КД просто... Ты где? И я напомню вам, у вас есть масс-рез. Держу в пульсе. Здесь он не нужен. Ну, вот сейчас конкретно. Типа тут бежать быстрее, чем это. Ну, такое. Ну, чтобы заюзать масс-рез, должен быть либо диван, либо шаман вставать. Любой может давать масс-рез. Мёртв? И нужно не под боссом стоять. Козевач. Все, давай. Нужен кулак и пристабав. По кому? По ДК. У нас только один полабав. Ну, полтора. Я типа халявно кидаю каску. Под правую ногу в следующий раз. Сейчас.
зачем бы ему давать? Был. Быстро убили, что этих не появились. Бомб. Хорошо. А, не, появились. Я искал бы. Искал. Сейчас выскал. Десак. Сейчас искал. Искал. Скоро все должны быть, а не кто-то. Иска. Есть тенер? Скоро будет. Ска. Ну убейте вы ее, не? Алло. Я чувствую, что я ее один бил. Ее все должны бить. Сейчас СК будет. А любой милишник ее таунтить может, чтобы прям далеко не уходил к танку. Часа мана нет. Откуда она делась? Опять сломали, что ли? Опа. А, так у нас моноэго нет просто. Ой, блядь. Как я говорил, давайте ШП брать. Чё, могу меч на танка паролить? Если никому не надо. Ну, видимо, никому не надо. Видишь ли, Фоня, тут обратная сторона медали есть. То, что ШП дает в полтора раза меньше ДД урона. Не знаю. Я свой, сколько у меня там, 210-й, 1067 дают. Вот как, не знаю, как своя сова так же. В Вольде? Угу. А на каком боссе? Да на всех. Просто есть специфичные боссы, на которых можно разогнаться. Не, 6-7 это без специфичных. На специфичных там 10-13. На Везоксе находили 10-13. А какую тебя левел ваш? Этот ШП? Чё ШП? И левел какой? 210-й. Там два куска.
Т8 и 2Т7. Ну там не твинк как бы, просто у меня 4 персонажа, на всех 4 профы. Все собрано. Ну не знаю. Я говорю, я 200-го сделал, он мне уже 5000 в Наксе давал. 203-й стал, он 203-м уже 6 давал. Это ШП? Невозможно. ШП, ну в смысле, возможно, видео есть вам на ютубе, открывай, смотри. Ты по ротации играешь, правильно? Ну, типа опенер, правильно? Конечно. Ну там открываешься стандартно, это понятно все. Просто некоторые, когда хоста меняется, вот там тритка есть 200-я, яйцо какое-то там, оно прокает на хосту. Вот когда оно прокает, нужно перевешивать палец с чумой. Так хоть немножко, но ДПС повышается. Плюс опять же под геру перевешивает. Некоторые это не делают, и получается. А, да. Там типа весь урон зависит от того, насколько ты долго будешь сидеть, то есть насколько много ты сможешь бить, не заходя в точку. Ну да, само собой. Я вообще бегал, вот когда я 6-7 давал, я вообще бегал, блядь, 4-Т7 и вот этот. Т7 там говно бонус. Да, понятное дело. Вот я играл через слово тебе смерти. Смените меня, я быстренько слетаю в Долоран. Такого? Роба, наверное. Это ДК. Нет, ДК. Ты... Чё мы? Скашка, да? Да. Я хотел тренинку купить, вот что. Я вот жду этого реворка, раз, и пистолет сделаю себе. А то неизвестно, что они там еще намудрят. Приста? Ну да. А. Говорят, что оно не очень скоро будет, это реворк. Ну, там только теории есть от игроков. И этот писал Дизурон, что возможно они оттянут до следующего контента. Чё подтянут? До следующего контента открытия. То есть 9. И это 4. А чё именно подтянут? Ну, сейчас это открывать как-то не очень будет уже. А он со следующим контентом открытия уже можно как-то адаптироваться будет. Блять, можно выйти с ебаной хуйней из рейда, спасибо. Там вот сфера за кем-то бегает. И она уешит всех. Ремонтников бить.
ощущение, что они опять магов переделали. Чего? Мана еще больше тратится стала. Хитов меньше-то не стало. Сейчас за кем-то ходит. Сфера за кем-то бегает, отойдите лучше. Все, если шум, меня можно будет заменить. Ну вот, я опять просил, никогда, блядь, не мог. На мимику вообще похуй, что ли? Все, сумайте. Конечно, могу во Фраст аспекнуться, где будет Манеген. Но это какое-то сомнительное удовольствие будет. А ДПС что там отличается? Думаю, что да. Нажмите на суман. Давайте вот не будем фкашить, когда не надо. Типа мы после Калагарна пофкашим. Только мы сейчас собрание пойдем, то молга он. Я быстрее логом на 24 дня. А чё вы 24 дня? Там уже какой-то файл надо было скачать. Я скачал, и это все сразу прекратилось. Рунликсе называется. Если на SSD, то можно просто проверку файлов сделать там быстренько. Где он не помогает. Странно. Я и клиент, я и новый клиент скачивал, Сирус та же самая хрень. Там же файлы есть какие-то. Вручную скачай, да и все. Лучше на форуме напиши, я тебе ответь сразу. Так. На присутствие. Вот он, рыба. Балбес ФК. Проделка, ты будешь этого среднего напуливать? Там, раз, два. Стиль пьяной совы. Так, балбес, среднего на тебя будет напуливать рога. Тебе нужно будет немножко, только один раз ему дать может. Ну и среднего большого пулить так. На готов.
там по ипотеке. Когда останется два моба, хилы, выйдите в эту зону. Ну, чуть подальше от босса. Выводи, выводи. Еще. Все. Зайдите. Милики, сбивайте, пожалуйста. Верни их спиной, пожалуйста. Не, не надо, не надо. Хилы. Скоро надо будет разбегать. Разбежались. Вот сфера. Синий. Все. Все, заходим. Добьем так. Успел поймать баф? Не-а. Там заранее надо отходить, пока средний еще жив. Да, я так отошел заранее. Ну, добежал до меня. Не, ну типа подальше. Метров на 20. Колечко хорошее. Мы разгромили железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребят. Сейчас он балбесом идет. Дай, мазафака, дай, мазафака, дай. Так, что у меня там? О, вот эти тапочки на эрдру возьму, а то у меня 200-е там. Никто не ролил их с духастки. Рулись. Спасибо. Теперь дружка будет посильнее. Паша, куда? Блин, давайте Калагарна сейчас убьем. Потом на Лагуна. Авгауна. Я там запустил этот. А, нет, давайте мобов пойдем убьем. Ну как голова? Просто в конце РТ Алгалона бить уже голова устает. Да, да, да. Согласен. А что сейчас? Калагарн? Пошлите туда мобов, убьем этих. Да уже, это уже половина на Калагарне. Да, там все равно сейчас квест мне надо будет показать дверь, типа. Потом запущу ивент, убьем Калагарна. Возьму на хранителя. Можно еще, как вариант, пойти хранителя убить, потом пойти на Алгалона. И ставить Везекса и Йога наконец. А на том КД, когда меня не было, вы убили его? 50% оставили после первого портала. Это когда было еще один час? Да. Я
СНДВ. Зачем ты открыл? Там не запустится таймер все равно, пока он не пойдет. Я знаю, на всякий. Запускается таймер, когда бой начинается. Так, смотрите. Давайте голосуем «да», если после хранителя идем на уголона. Просто некоторым людям нужны шмотки для того, чтобы лучше было. Ну если тактику все знают, то можно сейчас уже. Но не прям сейчас. Хотя не важно. Сейчас все равно кого гарно побивать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Да, балбесу грудь выбить и все. Можно тулить. Давайте кого гарно. Двигать. Кто там ивент запустил? Они сейчас пиздеть будут долго, эти два коротышки. Пока убьем. Кому-то без оружия еще надо на кавагарне сделать. Да мне вообще пофиг на ощупь. Это просто вопрос к тому, насколько нам сильно кливать надо. Вот вам рыба. А у тебя на ДК какая шея? Фейс. Остров, конечно. Меня? Тут выбор невелик. Остров или остров. Так, а вот это вроде 239 с силой и там фигня. Все равно прок, с проком больше, да. Он там прокает как говно вообще легко. На готовность. Балбес. А, чего тебе не хватает? Стамину, наверное. Может потом после этого босса перекинуть меня к Фоне в пати, чтобы там 5-5. А, это за кого Сометея, да? Да. Ты кого не важно. Так вот. А шаман, ты садишься по мане? Или нет? Мимик. Алло. Ладно, пуляй. Вам не пройти. Учи. В руку. Корва. Чуть не умер.
Веко. Что-то вы кливаете сильно. У него уже пух. Да и у босса пух, пока. Меньше даже. Можно другую побить. Там убить их одновременно. Луч? Бейте справа от нас руку. А давайте в эту. Кто схватили сейчас? Я думаю, мы увереннее убьем, если мы полутаем еще немного с хранителей. Убьем легких, Мирона оставим. Потом пойдем его задушим. Я ж развожу их специально от них. Там нужно это, перед лицом не стоять, и все. Ну просто кто-то забрал. Я одного забрал в сторону. Зачем? Ну... Короче, кастуют одновременно. Ну и что? Да, конечно, про моноген я что-то не подумал. Вот каково быть меликом. Да, можно понять, почему у нас один ДД-бед на протяжении минут 4 уже. А
Другого убить. Другого. Ну ладно. Стан ему. Дура идет. Сейчас все равно пойдем бить моба. Сюда идите. Дальше зайдите. По тотему немного зайдите. Она только что ушла. Сейчас я гляну, где она там. А, почти возвращается. Можно подождать. Идите сюда, убьем ее сейчас, чтобы не мешало. Эти бафы какие-то. Там рыба. Это за лука баг, блядь. Только бичи с такими багами убивают. Его на везок завели, представь этого моба. 100к дпс там давали, 120. На фоне. Можешь кинуть МП5? По багу. Пожалуйста. Я высыхаю, как это, как свечка. И шадоу ауру. Ну кинь ты, ё-моё. Реально высыхаю уже. Тремора не забудь. Че? Ой, забери, случайно забрал. Привычка или что? Нет, не... Я там вместо этого, кстати, коста пожал. Сейчас будет идти. Уходите. А, смотри, Рок, ты можешь уже напуливать на Лока. У него урона будет больше. Подбор ставим.
Добиваем. Чего она кричит? Просто кричит, а. А, боешка пояс. Расстраиваться, что убить нас не смогла. Жаль. Да, я... Выйдите из-за уя. О, я в воздухе. Круто. Жуки резать. Резать жуки. Жука? Не, ДК резать. Рыба стоит. Думаю, то может шкаф поставить вообще, чтобы снимать шамана.